ехали? Вы откуда ехали? Вот прямо оттуда, на зеленый светофор. А, ну, одна машина повернула налево, направо, да, мы поехали прямо. Я им говорю, машина мчится, говорит, по второму ряду, ну это где все? Там остановилась машина впереди, а он мчится. Ну, выезжаем, говорю, машина мчится, ну что слева. То есть, получается, вы до железнодорожного переезда ехали прямо в сторону Акиева. А от мэрии в сторону вокзала ехал второй автомобиль, который под знак вас не пропустил. У нас регистратор, вот он показывается. Ясно. Это получается вы вот с этой машиной? Да. Военные сдачи. Ясно. Сильные повреждения? У вас там дверь только? Да не только, там вторая дверь тоже. Вы под зеленый? Да, зеленый. Вот так машина остановилась, одна повернула направо, а мы прямо поехали в этом ряду. Это. Выезжаем на середину, говорим, машина мчится. Ну, это тут. А пострадавших никто не ударил, что это нормально.